По доброй традиции, в день поселка сельчане собираются все вместе, чтобы повеселиться и отметить праздник на широкую ногу. Как отметили торжество, жители Зеленогорского сельского поселения узнавала наш корреспондент Юлия Новохадская. Праздник для всех. Если это и не главный девиз торжества, то уж точно верное утверждение. День поселка в Зеленогорском объединил всех сельчан, от мала до велика. С самого утра на площадке у местного дома культуры работали детские аттракционы. Кроме того, для малышей была подготовлена специальная программа, развлечения на свежем воздухе, конкурс рисунков на асфальте и многое другое. Немногим позже взрослые сельчане заняли зрительные места. Впереди их ждала волна поздравлений, в том числе и музыкальных. Твой день рождения, он самый лучший, без сомнения, отличий нету настроения, твой день рождения. Твой день рождения, остались в прошлом сожаления, отличий нету настроения, твой день рождения. День поселка – это праздник, который фактически объединяет более 2000 человек, ведь в составе Зеленогорского сельского поселения 16 населенных пунктов. Все эти люди любят свою землю, уважают друг друга и работают на благо процветания родного края. Сегодня день праздничный для нашего Зеленогорского сельского поселения. Это день поселка, основного, так скажем, населенного пункта нашего поселения. Люди собрались дружно, погода благоприятствует, собрались все поколения, начиная от мала до велика. Поэтому чествуем и ветеранов, и молодые семьи, которые только в этом году создались, и чествуем молодых мам, которые принесли пополнение, так скажем, численности нашего населения. Это общий праздник для меня, как для главы администрации Зеленогорского сельского поселения. В этом качестве первый праздник, потому что работаю только с ноября. Но все, что в моих силах, стараюсь сделать для поселка. Отмечена эта работа благодарностью главы администрации района Рощиной Натальи Петровны за третье место по конкурсу благоустройства среди крупных поселений Вышневолоцкого района. Работу будем продолжать и дальше, чтобы жителям жилось лучше, веселее, уютнее. Будем стараться делать все, что в наших силах. А сил у поселка много. Ведь не зря же время от времени этот дивный край считают олицетворением чистоты, порядка и дружбы. Ну а вера в лучшее ни на секунду не угасает в сердцах сельчан. Снова за окошко слышится гармошка, и душа моя надеется.